Блядь, да что такое-то? Что ты будешь делать-то? Едить-то, колотить, блядь. Дедок мне трепет нервы максимально. Уже начинают какие-то соскоки непонятные. Но я думаю, что это шалят его нервишки. По кайфу, что приму, что не приму. Вот это наглеть, не наглеть. Уже какая-то вода пошла, блядь. Какая-то шляпа. Не привыкшие мы, блядь, к такому. Если ты дал слово человека, ты дал слово мужика принять бой, что этот бой состоится, значит, он обязан состояться, правильно? А, это Анастасия. Мы тебя еще не снимали. Да что ты? Она какая-то неразговорчивая, она скоро увольняется. Ага. Все по плану. Опять мы в зале. Снова мы пытаемся стать сильнее, стать лучше изо дня в день. Всему этому способствует наш бой 7 мая с детком, который я все же надеюсь, что состоится, потому что я хочу 7 мая выйти и показать, на что я способен, и показать себя на все 100. Тут уже дело от детка, да, зависит. Что-то он начинает меня нервировать, так сказать, вот этими непонятными записываниями сторис. Надеюсь, что это с его стороны просто какой-то некий трэш-ток. Организация должна понимать, что если дедок сейчас не выходит на бой, то нахер его убирать надо вообще с этой организации. Зачем такой человек нужен вообще? Это такое чисто без негатива, без всего, просто как правильно, как надо делать. Зачем он нужен-то? Ладно, разберемся, поехали. Работаем. Так, Сереня у меня опаздывает. Но сегодня должно быть весело. Блять, ты прикинь, я не снимал, ебаный рот, блядь. Короче, такая вечеринка сейчас была, блядь. 5 сетов делаем, 1500 метров байк. Метров байк, 120 двойных. 9-килограммовым мячом, 10 мячей в цель. Короче, да пиздец. Серёня, блядь, сегодня, блядь, супер тренировка, походу, она у меня одна будет. Вот, а пока Серёня пишет, я расскажу вам о том, что сегодня приедет еще гардеробщик делать мне гардероб. Это будет в 12 часов. И наконец-таки у меня появляется гардероб. Серёня, а ты видел видос? Когда я говорил, что Серёге ухо пострелило, бля, он заболел. Да. 300 ездит, бля. Да. На кватро. Короче, не пошло что-то, бля. Башка заболела, давление поднялось. Вот так вот, серьезные нагрузки. Ну, бывает такое, спазмы. Ничего страшного. Сейчас восстановимся. А завтра у нас у Амбала день рождения. И мы собираемся сделать ему подарок. Но он еще об этом не знает ничего. Короче, начал тренироваться. Начал делать функционал. Резко заболел затылок. Прям вообще такие боли в голове, прям лютые. Ну вообще уже не в кайф и все через силу. Ну это невыносимо, блядь, тренироваться, когда у тебя болит башка. Не знаю, давление что ли, блядь, упало, то ли поднялось, непонятно. С самого утра день не задался, какой-то еще дедок там не начинает. Но башка уже начала болеть еще вчера вечером. Там лютый вообще затылок начал отрываться. Более-менее там таблеточка помогла. Короче, ладно, сейчас выпили немесила. Купил я себе таблеток спазмолгон специальный, который курсом пропивают. Поедем на квартиру, быстренько разберемся с гардеробной и все, есть, отдыхать, спать. И в 6 часов я пойду заново начинать повторять то, что я не доделал сегодня. Поэтому, ну нельзя так это оставлять. Надо чуть-чуть поспать, восстановиться, и все будет нормально. Yeah! Что, поспали? Поели. Слушай, Серёнь, да в принципе пойдет. Походу у меня давление понижено, я померил, у меня 120 на 54. Сегодня посплю, восстановлюсь, и завтра мы с новыми силами начнем заново эту же программу. Вот так вот звонил тренер Серёня, переживает. Ладно, едем дальше, сейчас будем принимать гардероб. Не переключайтесь. У меня прям возле подъезда, вот так вот с патика выходишь, и красно-белый ебаный. Дебилы не могут, блядь, заклеить его. Зачем вот это? Вот дети тут ходят, все бутылки эти видят. Нахрен это надо? Короче, косяк еще один. Вот с этим зеркалом. Хотели повесить с батей, но не получилось. Завтра работники приедут, переделывать. Оно должно вешаться, а оно стоит просто, напольно. Шляпа. И самое главное, что сделали мне гардероб, наконец-таки, вот он.
условный, из дрочильни в гардеробную. Цвет, конечно, хороший, бай, да? Не белый. Саня вообще молодец. Не зря я с ним познакомился. Едем забирать телевизор, который разбился. И его сделали. Ура! Это уже хорошая новость. Это хорошая информация. И ехать снимать контент, так как я сегодня себе решил дать отдых, восстановил, чтобы голова, походить, подышать. И завтра с новыми силами в бой. Короче, надо деду ответочку дать. Старина, нету кайфа рамсить. Вообще, негатив разводить, тем более. Я сторонник того, чтобы все было красиво, правильно, по-человечески, адекватно, да. За уважение я тебя услышал. Как бойцу во втором случае уважения, ну такое себе. Ты же прекрасно понимаешь, да, подготовка, все вот эти моменты, это очень все серьезно. Хорошо, отбросим эти ситуации, да, все, что связано с подготовкой. А по поводу вытяну, не вытяну. Слушай, ну надо уже до 7 мая дотянуть, выйти туда вдвоем, и ты уже проверишь, вытяну я или не вытяну. Согласен? Пиздец день. Запомните, 6 апреля был для меня самый уебанский день. Нормально не потренировался. Все в какой-то, блядь, такое, все в томности, вот в этой непонятности. Все, домой спать. До завтра. Всем доброе утро. Доброго здравия. Всем хорошего настроения, сердцебиения. И мы начинаем этот день. Новый день. Погода шепчет. Я надеюсь, что сегодня будет все, блядь, великолепно. Ебучая голова будет в норме. Мы нормально потренируемся. Че по планам? Треним. Едем на хату. Че, приезжают делать зеркало. А у нас сегодня у Амбала день рождения. И вечером мы едем делать ему сюрприз. Соберем всю братву. Его киска заказала там столик. Он не знает, что мы там будем. И мы будем кричать: «Амбал, с днем рождения!» И он такой: «О, братва, привет!» А то он, блядь, завтра соберемся. Да нет, мы сегодня уже соберемся, близкие братик нахуй. Сегодня будет, блядь, вечериночка. Кстати, там что-то дедок ответил. Надо ему еще записать пламенный приветик. Ну что, и снова зал. Заруба фитнес. Блядь, вот я в ахуе вообще с своего города. У нас вот здесь вот был стадион. Просто я с детства на этом стадионе двигался. Все, разбомбили. И главный вопрос, когда все начнут делать вообще, отстройку нового стадиона, потому что бабки-то уже давно выплачены были. У бабок есть свойство пилиться. Подписчики? Подписчики, привет. Это сторожило Алекс Фитнеса, когда-то был, а сейчас Заруба Фитнес. За дня в день работа кипит, дедок, цени это, к тебе человек готовится. Прояви уважение, выйди на бой 7 мая. Настя, что ты такая томная? Ходишь ты в Алекс Фитнесе? Блять, Алекс Фитнес. Чего я постоянно хочу Алекс Фитнеса? Это Заруба Фитнес. Вот он, блядь. Ты что так долго-то? Это вода. Лимон, сахарок, блядь. И где-то у тебя в трусах героин, блядь, припас. Там на свай, брат. На свай. Специально для тебя. Ну вот на свай нет таких синяков под глазами, как у тебя. У Айбека играет музычка Ирина Кайратовна. Это пацаны, казахстанцы, казахи. Во-первых, Айбек делает кофе. Вот, а во-вторых, слушаю Ирину Кайратовну. Тот год, декабрь и почти весь январь связаны с казахами исключительно. Мы пересмотрели все казахские фильмы, сериалы. Алга, Казахстан, алга. Да ты вообще таджик, блядь. Какие я забыл, блядь, этот типов. А, это казахи, братва, делают. Вот, пока сейчас записывали видос дедку, пожелали ему хорошего подготовительного процесса, и тут лучик солнца наш зашел, Бориска. Борис, блядь, Джей-Зи, которого на 2 года нахуй отстранили от бокса, вот, и я ему говорю: давай куда? В рейдж, правильно, надо в рейдж долбиться идти, блядь, получать бабки уже, медийку поднимать. Короче, Борис будет, наверное, в скором времени в рейдже, поэтому будете наблюдать. Борис Шекунов, город Подольск. Рыжая бестия, рыжая мамба. И вот он. Хаваш Олик, кстати, в твоем весе можно потом на Хаваже и Хаважу уебать. Которого у нас в топ-доге было, его потом выгнали нахуй. Диночка, здравствуй, моя хорошая. Ты привезла мне, что ты вообще там должна была привезти? Ты к Сереге? Я на групповушку на час. Если у меня заболит голова, спасай меня. Да, на групповушке. Это еще один тип.
представитель. Ты кто по жизни вообще? По жизни? Да. Тренер. И расскажи свою историю, типа, как ты уехал в Турцию, бля, как ты уехал в Анталию, и как ты с парнем жил свой. С парнем? Ой, блин, давай на камеру. Короче, это Свет. Вот. Сегодня она на расслабоне, на чиле. Попила кофеечек, все у нее будет хорошо. Димон, иди. Кстати, вот эта Светка, это кинезиолог. Профессионал своего дела. Поэтому, кто в городе Климовске меня смотрит, ребята, кому кинезиолог нужен, обязательно обращайтесь. Все к ней. Так, где? Артем. Как ты? У собачки заболи, у кошечки заболи. У Женечки все пройди. Сегодня дубль 2. Если у меня заболит голова, во всем виноват ты, понял, в своей прическе. А не, у него крутая прическа. 2 по 8. Ага. 4 подхода, то есть по 8 на каждую ногу. Ага. Все, после этого сделаем растяжку. Ну что, let's go. Мерси, Баку, да. Как дела? Нормально. Как дела? Это Нинка Муркина. Помните ее? Да, все помнят ее. Тебе насрать, что? Это как всегда Нинка. Сейчас я вам покажу Нинку на тачку, блядь. Только не говори, что она сосала. Она работает как папа Карло, блядь, если честно. Сама себе заработала на машину Lexus. Если что, вот ее Инстаграм. Да, багажник Барги, хотите посмотреть? О-о-о. У Нинки вообще все есть, блядь. Так. Вот что значит, когда работаешь. Чтобы вы понимали, у Нинки 2 детей, 2 пацана. Одна тянет 2 пацанов, работает, пашет, блядь, еще в зал приходит и жопу имеет вот такую. Вот. Чтоб легче тестостерон копился. Я тебе должен что-нибудь? Только любовь. Спасибо. Давай. А вон моя тачка стоит. Обосрали 300 раз ее, блядь. Я все жду, когда вот бабки вот прилипнут, знаешь, когда обсирают машину. Чего мне не прилипает? Я готов сама насрать на нее, если они прилипнут. Блядь, ну если уж, знаешь, они прям прилипнут. Как-то так. Так, это Анька. Помните Аньку эту? Расскажи, как твой день вообще проходит? Все хорошо. Ты что, пришла? Да? Сань, бабушкин, твоя сестра? Так, включение. Короче, ну что, после функционала мы... Встречаемся с нашим Викиком. У нас сейчас опять что? Тём, растяжечка. Наш тренажёр уже заняли, пока мы с тобой ебалом щёлкали. Тём, ебалом щёлкал ты. Время 12:04. В 12 я был здесь. Да ладно, чём, давай найдем альтернативу просто. Ротацию сейчас сделаем. Да, ротаторы. Сейчас пойдут ротаторы. Мы приступили к растяжечке. Я в маечке Олимбет. Надо снять рекламку потом. Даже без Олимбета. Уже в эти выходные, кстати, Адесанья дерется с Перерой. Как ее крутит, а! Каждая растяжка как будто заново. Все застаивает. Включай, у меня даже уже не выгибается. Выгибается. Эй, ковбой, надо поднять мотивацию. Мотивацию, блядь. Затылок опять что-то болеть начинает. Олимбет нормально. 1xbet это вообще петух. Я 7 месяцев не мог деньги вывести. С их аккаунта. Тянем ноги. Ноги. Ай, больно в ноге. Все. Опа. Здорово. Короче, эти гниды, которые мне должны были приехать, поменять стекло, зеркало, которое они мне не то впихнули, блядь, загасились. Завтра мне еще ехать на МРТ, надо сделать МРТ головы. Денечек продолжается, идет, катится. Вечером делаем вечериночку амбалу. Сейчас надо еще прокатиться по местам, купить конфетти, вот это вот все пушечки, хлопушечки, так, чтобы было интересненько, да. Сегодня у нас, кстати, праздник, да, Святое Благовещение. Мы здесь приехали в церковь. Сейчас зайдем, поставим свечки, все как полагается. Подумаем, попросим прощения. Не забывайте ходить в церковь. Всем, кто верит в это. Так, ну что, прямое включение. Пошла жара, мы, блядь, с дядей Игорем. Короче, едем за Костянычем в русский чай, где у нас там все бандиты сидят. Но это ничего, голова не болит. Попили кофейку, все с кайфом. У него была раньше такая, ну, мания, типа, попить кофе и потом обосраться. Но сейчас вроде нормально, все с животом да, стало. Да, слава богу, правда. Ну и все, не переключайтесь, следите дальше за новостями, блядь. Посмотрим сегодня на ебало амбало, как оно. Там чуть позади наша, так сказать, я не знаю, пламенная, наверное, любовью
ОПД, это ночной клуб, в котором, наверное, каждый подольчанин молодой был, подольчанка. А вот он и русский чай. Здесь вся сидит братва, заседает, серьезные ребятки, люди. И мы сейчас на Поло, блядь, GT подъедем на 1.6. Еще тут ебало набьют, блядь, за то, что мы снимаем. Ля, какой красивый. Чисто камбалу на днюху. Это Костян наш. Куда мы без него? Да. С той стороны. Все. Ехал. Кармяну. Ну что, мы на месте, нахуй. Вся братва в сборе. Ждем, блядь, Ахпера. Сейчас он со своей кисточкой приедет, ничего не подозревая. Так уедет у него там сейчас голуби в голове, бля, любовь, все дела, бля. Сейчас мы как хлопуху ёбнем. Я сегодня одну бросил, одна профукала, понял? Вспомнили детство, блядь. Не, надо, наверное, ей накрыть. С камерой будет неудобно бежать. Ага, хуй. Так, а как она больше? Снимаю по заказу. Здесь ты оператор хуй. Блять, ты себя видел в первом выпуске вот так нахуй снимал, долбоёб. Блять, ну я тебе не буду, бля, вот так вот ходить, как долбоёб, мне так не нравится. Вот такое вот заведение. Колхид называется. Тут что-то новенькое. Говорят по ветке, но мы не знаем. Подъехал близнечек. Близнец Пашка. Константин Паша. 21-й турнир, скоро его брат залетает. Будет вообще пиздец. Будет разрыв. Александр Федотов по прозвищу Федот. Бля, это пиздец. Я ему говорю, нужно другое погоняло. Близнец 2 там. Близнец по-английски? Твинс. Саша Твинс. Твинс. Александр Твинс. Саша Твинс, и вот это видео вставите из второго влога, где он, блядь, танцевал. Да? И Ватик говорит, модный. Бля, ля, Игорь у нас, блядь, просто Поло, нахуй. И кроссы найковские. Да, я чисто на Мацаусе. Я, блядь, двигаю Мацаус. Изо дня в день. Ожидание армяна. Пяти готовы. Короче, подготовка полным ходом, бля, Ваня, ёбаный. Давай член показывай вот этот. Бля, не поверите, он пиздец, один в один, как мой размер, бля. Тамбал приехал, все, пиздец. Это не модно, да? Что, с той стороны есть? С той стороны. Подожди, пошли быстрее. Сейчас посыпаешь, как просто. Стоять, блядь! Мать! Всё, рожнее! Сегодня опасался, блядь! Давай, братик. Спасибо, Костян. Это было очень хорошо. Бля, братики. Вот бля, это было, бля, шедеврально. А, бля. Ну все. Сюрприз удался. Пошли отмечать. Кому вино, дайте стаканы сюда сразу. Антох, ты когда будешь это смотреть, когда монтировать будешь, вот это надо вставить, когда наливают. Ой, хорошо. Это амбала. Елизавета Сомелье. Красава. Давай цеплять. Чока. С днём рождения, братик! Спасибо, братва. Люблю, ценю, уважаю каждого из вас. Вот такая вот вечериночка.